какого времени суток страна? Сегодня 15 сентября. Дань урожаю, труду наш поклон. Вместе творим, напеваем, живем. Грезим о новых успехах мы вместе. День нам подарит лишь добрые вести. Как нам с тобою их к песне верну? После вчерашнего дать им вздремнуть. Глянь, люду в зале поболее, чем веток. Может, добавить немножечко света? Света добавим, добавим и звука. Быть в ожидании сущая мука. Праздник мы песни готовы открыть. Нам пересменок пора объявить. На территории музыка сердец объявляется пересменок. Четвертое пришествие на музыку сердец. Павел Маратович Фахрутдинов. Первое пришествие на музыку сердец. Алексей Бардин.
Санкт-Петербург, Валерий Чечет. Прабабы. Все пока что мужики, а нам без бабы не с руки. Ой, а вот вам Макова бардесса, из Иваново принцесса. Вот вам Макова бардесса, сама странная принцесса. Ой. Мария Махова, город Иваново. Сам появится Никитин, сам Никитин, сам Сергей. Тут ладошек не жалей. Сам Никитин, сам Сергей. Тут ладошек не жалей. Браво! Катюш. Разбудя свои таланты, городницкие же ей, дай овацию скорей. Городницкие же ей, дай овацию Команда почетных гостей 11-й музыки сердец. Павел Фахрутдинов. Дорогие друзья, я вижу вас в четвертый раз, как будто бы в десятый, как будто бы и в первый. Я счастлив вас видеть, желаю всем удачи, будьте счастливы.
и светлые хотя бы на эти три дня. Новобранец музыки сердец Алексей Бардин. Добрый вечер. Поздравляю всех с замечательным праздником. Я думаю, что музыка сердец будет теплой и доставит вам много удовольствия и принесет настоящее счастье. Спасибо. Наш гость из Санкт-Петербурга Валерий Чечет. Ребята, я второй раз здесь, я уже счастлив. Я желаю вам вот этого, вот этой великолепной роскоши настоящего человеческого общения здесь, вот в эти дни. Спасибо. Спасибо, Валерий. Наши гости из Иваново, самотканная принцесса Мария Махова. Мы вот сейчас за кулисами говорили как раз с членами жюри и с Александром Моисеевичем о том, сколько талантливых людей мы сегодня услышали здесь. И мы очень рады. И я лично желаю каждому удачи. Вот каждому, честно, хочу, чтобы все получили самые лучшие. Я все роняю. Самые лучшие места. Удачи вам, друзья, и спасибо. Спасибо. Сергей Яковлевич Никитин. Добрый вечер, дорогие волжане. Вот такая прекрасная декорация, такая атмосфера осеннего праздника урожая меня настраивает на мое детство, воспоминания о моем детстве, которое я проводил на родине моих родителей в Брянской области. Ну, скажем, вот одна из древних авторских песнях. В саду яблоня цветет, ветка к ветке клонится, парень девушку целует, хочет познакомиться. Давайте знакомиться друг с другом еще больше. Я уже знакомства некоторые состоялись, мы действительно столкнулись с талантливыми участниками. Всем успехов. Спасибо, Сергей Яковлевич. Александр Моисеевич Городницкий. Я как самый старый, наверное, здесь, да? Хочу сказать так, я второй раз здесь. Я считаю, что вот на этом втором фестивале, для меня второй фестивале, абсолютно две невозможных провокации сделаны. Во-первых, понабрали где-то очень талантливых людей, и на мастерских работать почти невозможно. Потому что на огромных фестивалях типа Грушинского сотни тысяч людей – этот процент гораздо ниже. Где взяли, непонятно. Оказывается, вот здесь, на Волге, в Нижнем, в Казани и прочее. И второе. Запретить его делать эти проклятые булочки, которые хочется есть все время в вашем ресторане. А если отвлечься от провокации и сказать серьезно, поздравляю вас с этим праздником. Мы живем в трудное время, когда праздников на Руси мало. У вас настоящий праздник. И вот этот праздник песни, лично я мечтаю дожить до 10-го вашего замечательного фестиваля. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Поклон заслуги, вы в словах и в песнях боги, почитаем вас и любим, чарку вашу честь пригубим, почитаем вас и любим, чарку вашу честь пригубим. Мы высокую ноту взяли, круче ты найдешь едва ли. Фестиваль теплей да краше, не сыскать, так знай же наших.
фестиваль теплей да краше, не сыскать, так знай же наши. Друзья, это было музыкальное открытие 11-й музыки сердец. Мы благодарим всех наших почетных гостей, которые нашли возможность приехать к нам сюда. Многие уже не первый раз. Пожелать им новых удач, здоровья, творчества. Благодарим и надеемся на плодотворную работу в эти двое замечательных дней, в этих двое замечательных суток. Спасибо огромное. Провожаем наших гостей в зал зрительный на первый ряд места и наших замечательных ведущих сегодня. Это команда, лауреат музыки «Сердец», ансамбль «Отрада» из города Арзамас, Нижегородская область. Друзья, мы пригласили на сцену вот внутри этой музыкальной композиции поющих гостей. У нас есть несколько непоющих гостей, которых тоже хотелось бы вам представить, прежде чем мы начнем концертную программу нашего фестиваля. Марина Кулакова, руководитель поэтической секции нашего фестиваля. А дайте, пожалуйста, свет на подиуме. На подиуме дайте, пожалуйста, свет. Вот мы приглашаем вас на сцену, Марина. У вас есть возможность обратиться к фестивалю. Пожалуйста. Проходите, пожалуйста. Мария Федотова, город Москва. Замечательная альтистка, которая составит дуэт с Марией Маховой. Пожалуйста. Прошу любить и жаловать. Впервые на фестивале. Марина Кулакова. И хочу пригласить еще сюда человека, без которого мы тоже не хотели бы открывать этот фестиваль. Игорь Маслов, представитель Нижегородского медиахолдинга. Пожалуйста, на нашу сцену. Нижегородский медиахолдинг – это творческий партнер нашего фестиваля. Мы обсуждаем, кого пригласить, какие тенденции в развитии бардовской музыки, много других тем интересных. И они оказывают нам информационную поддержку на радио на Семи Холмах, на Русском радио, на радио «Шансон». Игорь Маслов, пиар-директор Нижегородского медиахолдинга. Марина Кулакова, руководитель поэтической секции фестиваля. Пожалуйста, микрофон ваш. Я рада приветствовать снова потрясающее пространство звучащих смыслов. Это очень здорово, что у нас это есть. Спасибо большое тем, кто это создает, поддерживает и транслирует в пространство светлую энергию добра и красоты. Спасибо всем. Мария Федотова, город Москва. Добрый вечер. Я желаю всем участникам завтрашней сцены получить удовольствие от выступлений. И не меньшее удовольствие желаю получить зрителям, безусловно. Спасибо этому фестивалю. Творческий партнер фестиваля, член жюри нашего конкурса, единственный представитель Нижнего Новгорода в жюри фестиваля Игорь Маслов. Пожалуйста. Добрый вечер всем. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы с нами, спасибо, что слушать будете, спасибо за новые лица, спасибо за старые лица, которые, ну не старые, а те, которые видели на предыдущих конкурсах. Но я жду новых исполнителей, новых песен, новых удачных выступлений, новых призов. Удачи, успеха. Спасибо, Игорь, спасибо за пожелания. Благодарим вас за теплые слова. Проходите, пожалуйста, в зал. Мы готовы к открытию фестиваля. Друзья, я хотел бы еще, сокращая время, но все-таки мне хотелось бы несколько человек представить, потому что это было бы несправедливо не назвать этих людей. Сегодня состоялась презентация видеофильма, авторами которым является Александр Моисеевич Городницкий и Наталья Каспирович. Я бы хотел представить залу тележурналистку, режиссера, соратницу Александра Моисеевича Городницкого Наталью Каспирович, Гамбург, Германия.
Я с большим удовольствием представляю Романа Турусова в видеолетописца нашего фестиваля. Роман Турусов. Большинство из 119 роликов, которые выложены в группе фестиваля ВКонтакте, принадлежат замечательному взгляду и творчеству Романа Турусова. Вернулся в русло нашего фестиваля Вадим Максимовских, наш фотограф, хотел бы вам представить вот это вездесущий глаз нашего фестиваля. Совершенно потрясающе, что у нас пятый фестиваль, нет проблем со звуком по очень простой причине. За звукорежиссерским пультом наш друг, потрясающий звукорежиссер из Татарстана, Валерий Мустафин. Хотел бы еще представить одного музыканта, он такой тихий, он все-таки в зале. Вот те вещи, которые я придумываю, а потом ему же надо все это свести, записать эту музыку, эти подложки и так далее. И все, что вы слышали сегодня, это дело рук другого музыканта и звукорежиссера Николай Суворов, город Нижний Новгород. Коля, покажись людям. Так. Ну, я его не предупредил, честно, поэтому он скромный человек. Да, я знаю, да. Друзья, вот она подошла ко мне, конечно, не для того, чтобы напомнить о себе, она мне напоминает, и я хотел бы представить тоже бессменный директор фестиваля Екатерина Семенова. И еще один совсем, вот я сейчас уйду на край сцены, у нас тут все разложено уже. Хотелось бы начать, вы знаете, что мы с прошлого фестиваля установили такую традицию и объявляем интернет-конкурсы. И были три конкурса объявлены, но один конкурс мы просто обязаны немедленно подвести итоги. Татьяна Рокчеева, пожалуйста, приближайтесь к нам сюда. А конкурс был такой, поэтический конкурс фестивалю «Пять уж лет». На лучшее поэтическое приветствие фестивалю. Победила в этом конкурсе и получает первый диплом специальный фестиваля, получает книгу Александра Моисеевича Городницкого с дарственной именной надписью Татьяна Рокчеева. Пожалуйста, сначала микрофон ваш. Со шпаргалкой. 5 лет – так немного для дружбы надежной и верной. 5 лет расставаний и встреч, и ночных откровений. 5 лет ожиданий, оправданных и не очень. 5 лет предвкушения каждой прощальной ночи. 5 лет разговоров душевных в фойе и в зале. 5 лет посиделок вечерних. 5 лет метаний и поисков нужных слов для строки идеальной. В домах ли, в свете костров, это все детали. 5 лет для песен, стихов, для музыки сердца. 5 лет, чтоб в кругу друзей душою согреться. Вся жизнь вспоминать, как мы сюда приезжали. И несколько строк, чтобы признаться в любви фестивалю. Спасибо огромное. Спасибо, Татьяна. И я с удовольствием от вашего имени вручаю победителю первого конкурса «Заочный поэтический конкурс» на лучшее приветствие фестиваля Татьяна Рокчеева. Спасибо. Вот мы уложились в 30 минут, отведенные для открытия фестиваля. Мы очень рады снова видеть вас. Ну а теперь пора переходить к исполнению программы 22-33. «Наедине со всеми» ночная программа 11-й «Музыки сердец» открывает часовой сольный концерт Павел Фахрутдинов.